предложение дня. Для вас 999 рублей. Самая низкая цена в истории продаж нашего хита и бестселлера. Огромное количество оттенков и удивительное, женственное, актуальное платье прямо на сейчас. Посмотрите на эту красоту. Микола, тебе слово. Ну и, безусловно, конечно, главным предложением дня сегодня становится не только самая низкая цена, но еще и одно из самых популярных платьев на нашем телеканале. Летящая у нас с вами конструкция выполнена из летящего и любимейшего женщинами материала масла. А его крой, конечно же, безусловно, и подчеркивает эту масляную ткань, вытягивая силуэт с помощью клиньев. Клинья в зоне V-образного выреза, клинья в зоне юбки, создающие форму ГД. Ну и, безусловно, конечно же, особая техника принтования. На темном фоне работает как режим 3D. Цветочный принт как является камуфляжем, скрывая недостатки, превращая их в ваше достоинство. А темный цвет углубляет силуэт, тем самым более пышные. Сочные формы становятся стройными. Вот они все ваши результаты. Да, вот сейчас прямо на секундочку отойду, положу эту табличку нашу. Друзья, вы знаете, у нас есть огромное количество разных оттенков. Давайте сразу с ними познакомимся, чтобы вы не запутались. Этот цвет называется белый. Это мой выбор, сразу вам говорю, бирюзовый. Смотрите, как эффектно здесь красные розы распустились на темно-синем фоне. Дальше, голубой цвет. Здесь немножко другой оттенок цветов. Это золото. Здесь уже и цветы другие, как будто бы герберы мы видим. Розовый цвет перед вами. Похоже чем-то на тот вариант, который выбираю я. Если любите мелкие цветы, цветочек, тогда светло-розовый, такой мильфлер, горошек, называется синий цвет, но это такая классика элегантная, которую для себя и Оля выбирает, смотрите, с жемчугом, с туфельками на каблуком. 999, самое выгодное предложение суток, одно из самых женственных, лаконичных, актуальных прямо сейчас. Ну и давай, Микол, поговорим с тобой о размере, какие есть и как выбираем. Данное предложение у нас с вами стартует в линейке от 48 до 62. Забирайте смело размер в размер, учитывая тип фигуры. Если вы дама пышных форм, вы выбираете по верху. Если вы дама нижнего типа фигуры с акцентом на бедра, то выбираете его по бедру. Я бы рекомендовал дамам 50-52 выбирать размер в размер. А уже после 54 все-таки склоняться на размер больше, если вы склонны к полноте или ваш вес нестабилен. Вес стабилен все время, тогда выбираем размер в размер. Слушайте, друзья, 999. Вот вы искали платье сейчас на каждый день. Вот получить его сразу надеть и ходить в нем в отпуске каждый день. Ну, куда-то в поездки какие-то, может быть, на выходные за город вы отправитесь, по городу прогуляетесь. Смотрите, Останкинский пруд в Москве. Давай о крое с тобой поговорим, Микол. Он здесь прямо очень удачный, такой универсальный, я бы даже сказала, правда? Да, здесь у нас с вами такое настроение у платья, чем-то напоминает горячий дуэт Доминика Дольче и Стефана Габбана. Точно. Они часто применяют именно такую форму платьев, они создают эффект перевернутого бутона колокольчика. То есть так круглые бедра, осиная талия и обязательно зона колена у нас с вами играет в виде волана. Этот волан, он здесь создается не американским швом, не специальным корсетными именно вставками из пластмасса, а вот именно с помощью клиньев. Эти клинья идут однотонные, тем самым играют в зоне колена. С возрастом это очень выгодно, потому что коленочку хочется прикрывать и хочется ее максимально отвлечь внимание именно от нее, да, ведь мужчины так шустро всегда любят на это посмотреть. И, безусловно, клин в зоне груди здесь тоже правильно работает. За счет однотонной формы он вытягивает силуэт, то есть не глушит цветочным принтом слишком жестко, а как бы тянет ваш силуэт к середине. Ну и, безусловно, цельный крой на рукав тоже всем нравится, особенно в летний период. Не забывая, напомню, материал масла – это один из самых любимых продуктов в мире. Ну что может быть прекраснее базового, женственного, лаконичного платья по удивительно низкой цене? Самое выгодное предложение суток. 999. Такого не было. Если оплачиваете картой, 5% скидка, получается вообще цена 949 рублей для вас. Удивительно. Видите, о крое мы уже поговорили. Принт. Причем здесь много разных оттенков. Я выбираю для себя бирюзовый, вам тоже его советую, пока он есть. Потому что бирюзовый, скорее всего, закончится в этом же эфире в сегодняшнем. Но есть и другие оттенки. В основном здесь дизайнеры, Микол, используют цветы. Вот зачем они это делают, как думаешь? Ну, в первую очередь, цветочный принт один из самых распространенных, самых понятных для женщин именно оттенков.
Плюс, обратите внимание, я уже вспомнил сегодня дуэт Доминика Дойча и Стефана Габбана, это тоже их заслуга. Темный фон. Черный или темно-синий? В данном случае темно-синий, практически и синий-черный оттенок. Он очень хорошо работает именно на стройность, ведь он углубляет силуэт, то есть он идет темной стороной, собирая фигуру. А вот уже яркие цветы являются такими акцентными. Поэтому у нас камуфляж. Смотрите, светло-розовый оттенок – это самый мелкий цветок, который будет представлен. Он очень универсален и, в принципе, идеально подходит для всех типов фигуры. Розовый оттенок. Здесь сочетание у нас с вами ромашек и роз таких садовых. Следующие оттенки у нас с вами – это голубой. Mm-hmm. Обратите внимание, у него такой даже эффект триколор. Красивый, для да. тех, кто, наверное, все-таки обожает именно эту тему. Дальше идет белый оттенок. Смотрите, рисунок идентичный, но здесь цвета более приглушенные. Следующий цвет – золотой. Это для тех, кто обожает коричневый пигмент, бежевые тона и, может быть, обуви или сумок много в таком оттенке. Возьмите именно этот. Бирюзовый – это самый яркий, больше напоминает такое испанское настроение, и итальянское. Если у вас такой же темперамент, то это ваше. Ну и, конечно же, один из самых нежнейших, таких девственных, является всегда полька-дот. В данном случае он в классической версии в шахматном порядке представлен. Да, и вот смотрите, три платья, три абсолютно разных образа, да, вот мы с девчонками, вообще кажется, что это как будто бы разные модели платья, это просто к тому, что вы можете несколько забрать сразу в разных оттенках и носить их по-разному. Я надеваю поясок свой, дополняю браслетом и крупными серьгами, и туфельками на каблуке, это один вариант. Оля, посмотрите, она просто такая классическая красотка, я бы даже сказала, да, вот в этом варианте горошек, жемчуг на ней, тоже шпилька, сумочка, это такая мисс элегантность, просто шикарно смотрится, это шик, и никто никогда не скажет и не поверит, что платье стоит 999 рублей. А наша прекрасная Аня выбирает такой casual образ вместе с кардиганом Беттани. Посмотрите, здесь как раз трикотаж у нас такой ажурный немножко. Вместе уже с кедами. Добавляет сумку Клэр. И получается современный городской образ. Тут даже трудно определиться, правда, Микола? Вот да, при этом это. Образ Ани можно купить полностью с ног до головы. И кардиган, и платье, и сумка, и лоферы. Все можно забрать в нашем эфире. Кстати, туфли Кларинда есть у нас практически в 7 цветах. От ярко-желтого до небесно-голубого, который вы видите на ножках Ани, забирайте тоже, кстати, четко размер в размер. Да, туфли Кларинда, не забывайте их тоже забрать. Берите образ. Ну вот вы берете несколько оттенков сразу. Вы молодец, правильно делаете. 999 одно платье, два платья менее 2000. Настроение, легкость, комфорт. Удивительная ткань для лета. Вы просто бросили в чемодан, достали, и с ним ничего не произошло. Идеально. Это главное предложение суток наш товар дня.